Вы на канале Техношок. По просьбе подписчиков продолжаю тему о международных выставках. Это первая часть о выставке Мосбилд. Выставка Мосбилд получила статус самой крупной в России выставки по теме «Строительство, отделочные материалы и комплектация» во всех номинациях общероссийского рейтинга выставок. На выставке Мосбилд представлена продукция в 15 тематических разделах, которые охватывают все этапы строительства, отделки и декорирования зданий и помещений. Участники выставки – это российские и иностранные производители и поставщики строительных и отделочных материалов. Мосбилд входит в топ-5 строительных выставок мира и поддерживается органами государственной власти, отраслевыми и общественными организациями. Мероприятие считается самым масштабным не только по количеству участников, но и по количеству посетителей. Выставка Мосбилд рекомендуется к посещению тем, кто планирует: первое – закупать товары для стройки и отделки помещений, второе – ознакомиться с модными трендами в индустрии дизайна и декора, третье – сотрудничать с надежными и опытными производителями-поставщиками, дилерами, четвертое – разобраться с архитектурными и инженерными инновациями. Пятое. Обеспечить собственное предприятие нужными строительными материалами согласно требованиям заказчика. Обширная программа выставки традиционно вызывает огромный интерес у посетителей из разных стран. Стенды экспонентов были расположены в 3 павильонах. Локации выступлений, лекций и интерактивов распределены на 8 контент-площадках. Первое – дизайн-арена, второе – архитектурный лекторий, третье – зал для выступлений Space, четвертое – зона строительных инноваций, пятое – Мосбилд Тренд Галерею от АМ Групп, шестое – идеальный дом мульти, седьмое – две фотозоны для экскурсии. В период работы экспозиции была запланирована насыщенная деловая программа – лекции, мастер-классы, круглые столы, экскурсии и многое другое. На площадках выступили более 200 спикеров и пройдено более 90 встреч. Мероприятия выставки помогли обменяться опытом и приобрести нужные бизнес-контакты. На экспозиции предложили свои услуги и свои товары более 1200 ведущих российских и зарубежных компаний из 40 стран. Обычно компании готовят премьеры именно к выставке, ведь презентация на выставке перед целевой аудиторией – самый лучший способ анонса новых коллекций. Вдобавок, работая несколько дней на выставке, проще понять, в каком направлении работают конкуренты и какие новинки они представляют, а также оценить ситуацию в индустрии в целом. Сегодня строительные технологии позволяют придавать фасадам зданий современный облик и реализовывать самые сложные и смелые архитектурные решения. Все чаще в качестве отделки фасада применяют системы навесных вентилируемых фасадов, так как они обладают значительным рядом преимуществ перед мокрыми фасадами. ЗИАС – это один из крупнейших российских производителей систем навесных вентилируемых фасадов. Это 10-летний опыт и сотни выполненных объектов. ЗИАС была основана в 2002 году. В то время компания специализировалась на разработке и изготовлении сложного нестандартного оборудования для обработки металла. Компания ЗИАС работает на рынке 18 лет, занимается производством систем для вентилируемых фасадов. Наша компания разработала системы для крепления фасадов из кирпича, из стеклофибробетона, который позволяет регулировать крепеж в 3 направлениях. Есть невидимое крепление для керамогранитной плиты. Также на выставке мы представляем нашу новинку – это динамический фасад. Вы можете задать любой рисунок, запрограммировать его, либо система может работать на движение человека. Она фотографирует
фотографирует вас на камеру и повторяет полностью движение людей или по группе людей, стоящих в зоне камеры. Работает на основе магнитов. Также у нас здесь представлена система для скрытого крепления фиброцементной плиты. И наша новинка – система из стержней и стали для камня. Компания имеет свой конструкторский отдел, около 30 человек. Под ваш проект мы разработаем коммерческое предложение и все технические решения. Спасибо за внимание. Керамические фасадные панели Frontec – это изделия различных размеров, а также цветовой гаммы. Данный материал изготавливается исключительно из белой глины. Именно на этом и сделала свой акцент фабрика Greco Gres. Благодаря методу экструдирования и обжига при температуре 1300 градусов материал имеет очень высокую плотность. Компания Fix Pistols монтажные технологии занимается производством и поставкой монтажных газовых и пороховых пистолетов, а также сопутствующих материалов. Компания Market Spa – самый крупный поставщик спа-бассейнов на территории в России. У компании более 10 филиалов-партнеров в городах России и большой выбор спа-бассейнов. Гидромассажных ванн таких производителей, как Genergy Spa, Jazzy Pool и легенда спа-отрасли компания Jacuzzi. Ключевой фокус работы Market Spa – собственная платформа индивидуального подбора гидромассажных спа-бассейнов для дома и бизнеса, тесное взаимодействие с крупными организациями, а также развитие нового фитнес-направления в спа-индустрии. Татьяна, я представляю компанию «Зебра». Мы производители товаров для дома и сада. Наша компания основана с 2018 года. Занимаемся декором, оформлением квартир, ассортиментом для дома, для дачи, широкий ассортимент. Производители, многие товары мы производим: Россия, Китай, Индия. Добрый день! Я представляю компанию «Зебра», город Москва. Сегодня я хотела бы представить нашу продукцию «Aroma Republic». Это диффузоры для дома. У нас есть встроенный тестер, по которому можно сразу выбрать нужный для вас аромат. Таким образом, человеку не нужно вскрывать коробочку, можно достаточно просто вскрыть наш тестер, понюхать и выбрать для себя аромат. Наши ароматы российского производителя, самые лучшие ароматы, и предлагаю всем у себя в доме иметь такую коробочку.
Завод по производству керамогранита, входящий в группу компаний «Уральский гранит», введен в эксплуатацию в 2005 году при поддержке правительства Челябинской области. Стратегическими целями развития предприятия являются обеспечение строительной отрасли высококачественными безопасными отделочными материалами и завоевание устойчивого положения на рынке сбыта. Современное автоматизированное производство, основанное на применении новых прогрессивных технологий, позволяет создать профессиональный экологичный керамогранит высочайшего класса с отличными эксплуатационными характеристиками. Компания Keramic 3D основана в 2003 году и является ведущим разработчиком программного обеспечения для дизайна интерьера с использованием керамической плитки. Выбор в пользу Keramic 3D уже сделали более 500 тысяч пользователей. Программа Keramic 3D входит в обязательный курс обучения российских вузов, таких как Уральского государственного архитектурно-художественного университета, Московского государственного областного университета, Московского государственного архитектурно-художественной академии имени Строганова, Московского художественно-промышленного института, Перевозского строительного колледжа. ГК «Трансстройкомплект» является эксклюзивным дистрибьютором завода «Азертехнолайн» на территории Российской Федерации. «Азертехнолайн» является крупнейшим заводом чугунного литья в Республике Азербайджан. На территории Российской Федерации реализует продукции для нужд инженерных сетей, промышленности и материалы и изделия для благоустройства города. Акционерное общество «Джахан Холдинг» действует с 1995 года. В состав его входит 22 основных и несколько дочерних компаний. Промышленный комплекс «Джахан» состоит из 6 частей. Непосредственно к строительству относятся: первое – это завод по производству радиаторов и кровельных материалов, второе – цех по производству окон и дверей, и третье – завод по производству пластмассовых изделий. Промышленный комплекс «Джахан» производит 7 видов и 160 сортов продукции под маркой «Магна». Компания с производительной мощностью 1500 тонн в месяц производит дверные и оконные профили мирового класса, полипропиленовые композитные и простые трубы для питьевой воды, полиэтиленовые ирригационные трубы, ламбир, сайдинг и аксессуары, а также различные фитинги. Трубы «Магна» и дополнительные детали изготавливаются из полипропилена Random Сополимер. Сополимер из термопластичной категории, легкий и прочный. Панельные радиаторы Magna протестированы при давлении 13 бар и имеют высокую производительность. Неконкурентные панельные радиаторы Magna изготовлены с помощью технологии сварки роботами и циркониевого покрытия методом катафореза, имеют 10-летнюю гарантию. Основное направление производства компании Polystar Азербайджан – это лакокрасочные и защитные покрытия. Завод по производству красок Polysan Азербайджан отдает предпочтение местному производству. Начиная с 2005 года компания наряду с лакокрасочной продукцией в страну импортируется сырье из Турции. Несмотря на то, что ранее на заводе производились краски на водной основе, в настоящее время широкий размах получило производство красок на синтетической основе.
Хронопласт – безусловный лидер российского рынка отделочных материалов из ПВХ, основанный в 2000 году. Завод выгодно расположен на высокоскоростной магистральной трассе М3 в Калужской области, что существенно упрощает логистику. Широкий ассортимент продукции компании включает в себя следующие продукты: ламинированные панели, потолочные панели, офсетные панели, фартуки ПВХ, декоративные панели и молдинги. В 2015 году компания «Хронопласт» впервые в мире запустила производство панелей ПВХ с применением цифровой печати при помощи дорогостоящего принтера марки «Барбера». «Хроноэксклюзив» – это отделочные панели из пенополистирола, на которые наносится запатентованное акриловое покрытие с добавлением мраморной крошки, после чего происходит нанесение праймера, цифровой печати и матового лака. Консольная лестница – яркий пример минимализма, хай-тек направления в дизайне и архитектуре. Отличительной чертой таких лестниц является отсутствие каркаса, закрепленное одним торцом ступени без явных точек опоры, словно парят в воздухе. Как правило, образуют прямой марш вдоль стены, реже выстраивают криволинейные и винтовые подъемы. Консольные лестницы идеально вписываются в минималистический интерьер. Консольная лестница на боковом косауре придаст помещению легкость и воздушность. Боковые косауры плотно прилегают к стене только с одной стороны. Если смотреть на такую конструкцию снизу, то кажется, что лестница парит в воздухе. Оставлять свободный край без перил в жилых помещениях не рекомендуется, поскольку это может представлять опасность для самых маленьких членов семьи. Для того, чтобы укрепить эффект парящей конструкции, можно установить стеклянное ограждение, который будет смотреться органично с любым типом консольной лестницы. Стекло в данном случае выступает как самонесущая часть.